Да. Окей. Я крест и баб. Я на бок буду и на танк, на бой. А, тогда это 4 одену. А, дронь. Угу. Со мной бомба пока. Че, у нас много пугов? Да. Паразиты, кровосоя, кровь принадлежит мне. Мою кровь, и захлебнитесь ею! Все. Да. Нет, вообще ни разу не стоял. Да один хрен, что в двери, что в обе. Он вообще в этом, в дети. Много надо? Два человека. Ну, уже давай один. Давай, Ван, зайди по нашему.
Перекинь этого ханта. Он, походу, в пугах сидит. Он говорит, что ничего не слышит, но он в Дискорде. Не, крев. Она. И запределье будет моим. Да, Войд, секундочку, вот, может кого-то перетащить надо в ДИС? Вот там просто кто-то пишет, что никого не слышит. Может он не в этом в канале? Довольный глупец. Моя кровь принадлежит мне. И запределье будет моим. Уже гения, они тупо не жмакаются. Гения, когда не нужно, они просто не активны. Перенеси, пожалуйста, тему. Алло, что, не успел я? Царь обезьян. Ну ладно, хуй с ним. Да, ты. А можешь мы пугу кикнем кого-нибудь? Понял. Как скажешь. А зачем извиняться? А фасочку можно? Я имею в виду фласочку на СПД, ну ладно.
Войт, секунд за 10 говори, чтоб я добежать мог. Хорошо? До каста. Но у меня ДБ... Нет, ты нет. Ты предупреждаешь, чтоб я добежать успел. Она ману выжирает, думаю. Только нужно за 3 секунды кас стопнуть, а на синдре постоянно. Короче, увидим на себе известную морду Мактридона, за 3 секунды до конца стопаем каст. Все, по кубам, приготовьтесь. Все, нажимаем. Десы. Один стоит в посте. А он не кливает? Скубы будут. Так поднастал. Вообще он, блядь, кливает. Я там постоянно за этот дебух навис. Так он сбивается же каст. Блять, тут лучше. Ну я пойду получше, остальные главные.
Второй танк можно в кота, да, наверное, уже дальше. Все, кубов не будет уже, да? И еще по-прежнему остались метки, ребят, не забывайте. Послакайте метку, останетесь без маны. Метка, часть Махаридона. Причем он такой легкий. Обычка сложнее. Да не там мужа. Блин, знаете, как непривычно, когда босс вообще не парирует. Минут. Тейнер кто-то там гадает. Уже на потолке я читал оба. Два портала перевели. Фактически вмешательство, ты направляешь одну атаку. О, медальончик упал. Мешочек. Да нахер тебе мешочек. Это единственное, что мне отсюда нужно. Потом разрол всего, да? Да. А с боссом, чисто по боссу можете ДПС линкануть без адов, которые впереди были? Ага. Ну вот, собственно, вырос ДПС. Ребята, ребята, портал стоит в шатры. Давайте, активнее, активнее, к боссу. Ой, какой же медальончик. А почем печатки? Присумуйте потом, пожалуйста. Ребят, возле рамба активный портал, если что. Ванза, я ФКшну минутки три. Роль. У меня один. Я сейчас ставлю и я отвечу. Открой свое сердце свету.
На кстати. Чтоб ты булки не расслаблял, ну. На вторых без. Я смотрю, на мне роговский на пол висит, думаю, прикольно. Нормально. Но может. Не, только физ. Только физ. Вроде. Нет, там весь урон, нет? Весь. Весь урон, пацаны, написано, весь урон. А я. Понял. А я думал физуху, и поэтому удивился, не знал. Не, весь урон на 5 секунд. Да, я стал, я был крутым ненадолго. Блять, на 6, но там это шестая, она так быстро проходит, что ты даже не успеваешь заметить. Там, если не ошибаюсь, то ли Т4, то ли Т10 еще хитрости эти как-то апаются. Увеличивает но весь урон, а на 7 цели написано. Нет, оно в Т10 маленькие хитрости энергию восполняют. Ну, а, там Т4 подписчик будет. Да, они урона не дают, как бы. Пятнадцать единиц энергии, но это дохуя, если честно. Это вообще приятно. По-моему, это пара комбо-поинтов. Не только шедешнику. И комбату заебись. Ну, я как бы и на циркуле играл. Комбату тоже очень приятно. А чё, блядь, я только один долетел, кого мы хотим тут умонить? Мы только долетаем. Да, плюс один ко мне, локас умоним и все. Всё, Лока засумонили, вынесли, вон там шкаф поставил. Да вообще дохера он там, если что, бьет, ну, треть столба. Не заливались, в этом случае дальние точно. У нас пятый танк есть. Ну окей. И лока. Лок. Я всегда держу лок. Ой, mm-hmm. это я в да, 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 две да. Минуты бью, отойду. Сосун, ребят, я сосун. Возможно узнать, что человеку надо. Или там... Ебать, выключите колонки, пожалуйста. Это про сосуна, кто из паладинов сказал? Это Рога сказал.
достаю. Слишком далеко. А что их тут чего три, я думала больше. У меня есть энх 7 уровня. У меня есть энх на альянсе. У меня на Пандаре есть весь свой БДК. Приорен. Как по городу жрёт. Обновите каски ПТК. Или я сам долечу. Там просят спугов перенести в Дисе. Раньше был 90, сейчас 99, да. А когда раньше? Я на форуме читал, там чел из 2016 года, или когда там писали то, что 99% дебаф, как это убивать. Проклятие на черепе.
Да, все верно. Олм. Так у нас 4 мага, мы в курсе, я думаю. Войд, дикость говорит, перекинь, пожалуйста, в пати кому-нибудь. У меня просто нету выключен. Да. Спасибо. Нет. А я вообще с хилботом. Макс хилботом. А Макс хилботом, да? Зидум, попрыгай, пожалуйста, мне лень тебе. А Мишка на ком стоит? Слушай, который откидывается, по-моему. А, нет, не который откидывается. А, ну тогда надо в дырку. Тантип просит в Дискорде перенести его. А еще живую бомбу уже выносить вроде надо. Во, спасибо. Надо пугарейды собирать в пугах. Ну да. Войд, живые бомбы нужно выносить? Да. Все, понял. Да-да, тут вылет. Хуй из МТ. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Ребят, не переагривайте Лока. Че вы топите? Король со слепоглазом танчится, это нормально? А где у нас шаман? Я тебе говорю, шаман, а еще токи дайте какие-то, какой шаман? Да, все, залей. Так, может, одного забрать у тебя, не надо? Я, короче, в коте, если что, буду дисплеить. Собак можно вообще бить, а них дебафа нет. Их вообще можно захватить, и они будут, этот, без противника. Попробуйте он захватить.
закрылся. Его бьют. Его там как-то ДК сбивают. Чтобы они били. Не бьют его милики нахуй, у него аура, блядь, ебанутая, вы чё? Там огнем для спехов нельзя бить милику. Там ДК-шки тянут, как-то криво. Я его притянул. А зачем вы его притянули? Инер, миллиоды, спайм, дайте, пожалуйста. Сбили, сбили. Только он закрылся. Стоим, курим. Сорок секунд, 35. Мы переводим за два перепол, за два открытия, поэтому в любом случае бой будет не быстро. Так, смотри, получается, что он мертв. Он мертвый. Череп бустры. Ребят, смел бурсты. Блин, умер. Череп мертвый. А, вдых. Ну все, можно этот крест потихонечку залупать. Рано или поздно он сдует. У нас два холи паладин, танков. Открылся, открылся крест, рейндж набрали. Дом. Короля. Mm-hmm.
Вот ты, все. Супер. Ой, дай ассист, пожалуйста, на дайномага. Метки поставить. Вот мага моего 230-го возьмешь. Куда уж еще-то магов-то, ну. Блять, шотнуло, сука. Ну у меня фаер. Аркан фаер. Несколько фаеров. У меня еще РШ. Так беги, ленивая ты жопа, тут бежать 3 минуты. Я не хочу. Надо. Чёрт. А Рога еще инвайт. Как куча вагонов вайпается, хер пойми где, где вайпаться нельзя. Хороший. Бежим, бежим, ребят. Тут магия на прошлом КД падала. Какой ред, беги, тут тебе птичку уже даже выдали. Mm-hmm. Ну да, если умираешь, теперь там птичка, даже ногами бежать не надо. Давайте, 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 бежим, тут уже новый трэш подошел. Вы рейндж максимально держите, тогда на РДДшников не будет набегать. Наоборот, минимально. Наоборот, РДДшники должны ближе подойти. Ай. Да. А я что-то наоборот хантом дальше стоял, не чаржились.
Там что-то рейндж 15 или рейндж 10 можно держать. Ну не знаю, у меня ДПМ расстояние лично не показывает. Мне ничего не будут? Зачем тебя гилить, ты ж ДПМ? Не сегодня, зачем? Я хилю. Она упала, она походу на... Че, типа я упал, танк начал падать? Есть второй хп. У меня частица души на другом висела просто. Стекал, короче. Я сбиваю, пока метка, да. Метка стоит причем на этом жреце. Хрен кто. Я сбиваю, пока да не надо. Там обновление надо диспелить. Она диспелить обновление. Спелю по КД обновление. Призрачный, а если ты умираешь от рассекающего, то говорят, они не... Ну вон, стою. Есть у кого этот хломобот какой-нибудь? Дживс. Спасибо большое. У тебя есть 4 мага, а это, соответственно, 8 рук. И шипа тоже. Шипа могут в тучке встать. Шипы в тучках все еще могут. Угу. Даже не 8 рук маги закрывают, а 12. Получается, один раз без глыбы с дебафом, потом глыбы скинули, в глыбе пережил. Он сбросил дебаф, и еще и третью руку может. Да я думаю, справимся, нет? Не первый день запуска. Да, давай я понос. А где есть? Собери тогда магов в одну кучку, в одну пати. А, стоп, подожди, у меня два есть. Дикость. А можно рыбку? Открывать мили зону два раза могу закрыть. Mm-hmm. То есть слева от звезды, чуть дальше, ближе к боссу. А, ну все хорошо.
А рыбку? Белл, а рыбку? Когда будет? Войд, да, Белл, когда? Хороший вопрос. С пулом? По-моему, с пулом. Я не вижу, почему не дать с пула. Он танцует. Уйдите, уйдите от кружка. Пингвин, уйди. А, ромбик, закройте кто-нибудь. Ромбик. Там печка. Печка не закрыта. Ой, как больно. Может, Бэра? Роем. Эту печеньку закроем, монгол. А, там кто-то уже стоит. Все. Ромбик. Ромбик, звезда, закройте кто-нибудь. Зачем вы подходите, если там стоит человек, не пойму. Пять ромб. Печенька тур. Печенька, кто-нибудь из магов закройте. Выйди, ШП. Спасибо. Если что, дебаф только одному вешается. Даже если 25 человек там. Глыбу прожми. Ну, естественно, норм. Ты следующий пойдешь закрывать. Да-да, я глыбу еще не отдал, я под глыбой закрою следующий. Окей. Рамиля, дай иннер, пожалуйста. Ром, звезда. Рога прожми, сбреет. Печенька, ром. Опс. А где была глыба? Да не успел. ГКД не попал. А, печенька. Снова печенька, монгол. Нервный следующий на печеньку.
Подвигали плохо, что ли, Флэш? Ну, я на пол отдал, как мог. Короче, уже. Держи, короче, его весь воевал он в печке. Что-то пошло не так. Подвигать, наверное, может, забыли и надолбанулось. Я не понимаю. Такая просьба. Да. Если вы уверены, что вы встали на руку и будете ее закрывать, вы попрыгаете на месте, чтобы люди понимали, что вы закроете руку. Чтобы не бежало по три человека в одну точку. ДЦ упал. Я упал, да, руки не закрыли. Мужик, там от шотов всех сложило, там бесполезно. А стаки скидывала? Конечно. Я катастрофа там либо 5, либо 8 было, из этого не шот. Шоты на 10-12 стаках. У тебя, может быть, полностью ХП было, поэтому тебя ударили на 80. Давай я... Да, тут. Зеленый бабл. Давай ты прохиливай Эвинар тогда, а я буду Войда прохиливать. Потому что она тебе полегче, у тебя больше. А я буду тогда на Войде. Войд, ты анонси, пожалуйста, милизону. Оттуда там что-то в конце начало прилетать. Да в миле почему-то убивать стало всех. А начать. Потому что мили подходили по этому. Вон я вижу адский. Мили просто по два, по трое оставали, и вас всех и ваншотного набрали в новостаке. Рыбу кушайте. Вот так вот и теряются у нас лучшие хилы. Да, Бабл? На первый сложно? Дух стайлов. А дух стая? Я сзади. Удар или как-то так называется. Мою точку туда занял, а нужную точку не занял. Ромбик. Ребят, пожалуйста, прыгайте на месте, кто будет точно. Печенька. Угу.
треугольник еще один кто-то. Сори, в треугольнике третий видел. Хмурого кто-то поднимите с дроли. Слезь, БР. Есть БР. Зараза. Поднимай. Вот видишь вот эту вот дебаф, поток пламени? Да, закрою. Когда он проходит, стаки спадает, это типа дебаф от печки идет. А когда он попал на печку смотрит, типа на него эта хуйня вешается. Это печка загорается. Ром. Приз, блин, два раза мою точку занимал, мне приходилось бегать в другой конец карты, чтобы закрывать. Закрою печеньку. Все, больше не смогу закрыть. Одну печеньку могу закрыть. Ром. Сейчас он придет и скинет со стаки. Опа, вид. Да, я тоже. Печеньку на 12 он шотает. Печеньку закройте, печеньку. Один выйдите кто-нибудь. Рамиль, дай мне это. Рамиль, энергия. Дал, там, да. Печенька, печенька. А куда это? Звезды две. Ромбик, звезда еще один. Ромбик, два звезду. Приз пожертвовал собой. Не спасла. Кто-нибудь сместитесь на звезду еще один сейчас. А, звезде. Три. Три в звезде. Закройте. Ромбик. Руле прямо, встаньте, мили. Это прошибаю. В звезде две. Встаньте в звезде. Страшно. И в мили-зоне еще одна. Ух ты, чуть не сдох. В мили-зоне-то, ну почему не закрыли? Была ромбики одна, в звезде одна. Нет, в звезде две. Аккуратно, печка. Под ногами. Печенька, печенька. Опять мили-зона. Да что такое? Почему там, там миликов, что ли, не осталось? Там никого нет. Никого нету, мили сдохли. Ясно, понятно. Кружка упала. О, кружка. МР, прожмите, пожалуйста.
ребят, неужели МРа нету? Ба-ба-ба-ба! Монгол, что у тебя там спамит? 96. Царь обезьян 100 там кинул. Удачно зашел, да? Ну, КД словил, ну ладно. Вообще портанул. Опа-на! Не, ну это явно факт. Красава. Блин, вот Джессел жалко, что не смогу запомнить. Я еще так пароль. Звезду. Спасибо. Печеньки, давай печеньки. Погоди. Чего? Наши гишмот пиздят? Я не припомню. Я пошел. Ладину, кстати, нормально. Я писал на хила. Петринг все-таки паловская, мое мнение. Вот честно, мое мнение. Она ману восстанавливает и так вот хукает. Я просто ее тестил на Эрдру, и я пришел к выводу. Она больше, да, она больше паловская. Полодячий. Я не знаю, как будет на Шамиле. На ханта. Сейчас будет мясо. Да чё мясо, её пофиксили, она теперь... Она никому нахуй уже не нужна, блядь. Да, она на рог уже не нужна. Да, кота нормально. Да хватит, какая нормальная. Она очень медленно стакается, прям пиздец. Ну, РПБ, чтобы набрать коту, нормально.
Ну или вот Войду надо будет там что-нибудь. Ну прокнет она у тебя 4 раза за босса и все. Ну то же самое, как у меня это, блин. Счеты тоже 4 раза, 5 раз забойка. Вот теперь мясо. О, драгма, сотку кинул, нихуя себе. Пока думаю, там второй паралич. Это то же самое сейчас будет. Только вот кому-то прет на ролл, а кому-то по жизни не прет, блядь. Именно поэтому я очень люблю ЕПГП. Заявка на победу, по-моему. Опа, отца, так, ребята, вот это интересно. Первый раз сотку на печеньку выкинул. Но я не один тут такой, блядь. Да-да-да, еще хмурый сот. Там 2 сотни. Нужно больше сот. Блядь, за что? Нет, не кидай, больше не кидай, не надо. Ну не кидай. Блять, пиздец, я ебал нахуй, удаляю, блять, Вов, пизду нахуй. Обиды ебаны. Дискон! Ура, лол. Паролили, блять, печеньки, ебана рот. Ну это, пацаны, рерол. Там же не ничего же больше не осталось по шмоту.